Время дорогой, дождь слезного окна. А ключ там отчасти зором стенит окна. With showers in hand, I load it up. Ready to take on any threat that comes up. Добрый вечер, уважаемые зрители! Начинаем наши новости с прискорбной информации из Лас-Вегаса. Сегодня ночью в центре города произошло громкое ограбление, которое потрясло местных жителей. Банк был ограблен на сумму в миллионов долларов, а также похищен ценный алмаз Энтера. Сообщается, что преступники, совершившие это дерзкое преступление, сумели скрыться с места происшествия. With my shotgun, I am never really on my own. The sound of its thunderous roar sends a message to all who dare to ignore. My shotgun, my companion. Следить за развитием событий и своевременно доведем до вас новые подробности. С вами были новости нашего города. До новых встреч!